«Школа молодых лидеров». В центре «Современник» прошел муниципальный этап регионального социального проекта «Альтернатива». Это четырехуровневая школа личностного роста для несовершеннолетних. На протяжении 2 дней с ребятами работали приглашенные специалисты, которые помогли снять барьеры в общении, работали над командным и межличностным взаимодействием. Подростковый возраст, он достаточно трудный, потому что в этот момент происходит перестройка, подросток в поиске себя вообще, кто я, где и так далее. И ключевое место, где подросток может точнее понять про себя, это как раз сообщество других подростков. Поэтому как раз создается такая ситуация, в которой подростки, общаясь с другими подростками, лучше узнают себя, лучше проявляют свои сильные качества, которые дальше мы и развиваем в нашем проекте. Для губкинской молодежи провели тренинги по личностному росту, мастер-классы, командные игры и квизы. Основная задача муниципального этапа – познакомиться с ребятами и сделать отбор тех участников, которые поедут на окружной этап «Перспектива». Он пройдет летом в Ноябрьске.